Заготовку здесь закончили, но вот этот участок остался. Забор временный. Нет, уже на фасад утеплитель принесли. Владимир Вавилов показывает, что уже сделано на объекте. Стены возведены, здание под крышей. Сейчас устанавливают окна. Впереди фасадные работы. Будет здорово, на самом деле. Порогов не будет. Нет, ничего не будет. Вся доступная среда помощи. Здание условно поделят на две части. В первой разместят пациентов с онкозаболеваниями, во второй – пожилых, нуждающихся в паллиативной помощи. Здесь каждый должен чувствовать себя как дома, говорит Владимир Вавилов. Зимний сад, выход из палаты на балкон, возможность помолиться в церкви или мечети. Рядом всегда медперсонал. Если это здание мы откроем, то там мы детское увеличим до 40 коек. Мы оттуда взрослое отделение уберем сюда. То есть там будет на 40 коек детская, а здесь уже взрослый будет на 60 коек. Но при случае я могу здесь 200 человек разместить. История казанского хосписа началась 10 лет назад, когда на Королёва после ремонта приехали первые пациенты. Тогда помощь в благотворительном деле оказал Минздрав республики. Как начали строить первые, вспоминает Айрат Фарахов, который сегодня в статусе депутата Госдумы рассказывает, каким будет уже второй хоспис. Мы понимаем, насколько качество паллиативной помощи изменилось в Татарстане. С открытием этого учреждения качество выйдет на совершенно новый уровень. Мы видим, насколько оно масштабное, правильное. И я уверен в том, что это не только лучшее паллиативное учреждение в России. Это по европейским масштабам будет самое лучшее. В Татарстане 20 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи. 30% из них онкобольные. Мы видим о том, что востребованность большая, и поэтапно в течение из года в год до 2025 года мы развернем еще около 300 паллиативных коек. Вы же понимаете о том, что пациенты не только лечатся в стационарах, где разгонка текойка, но и на дому. Сейчас для завершения строительства нового хосписа в Приволжском районе нужно еще 350 миллионов рублей. Сбор открыт. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.